Привет, друзья! Обратите внимание, как моя кошка ведет себя, когда я открываю окно на улицу. Она так внимательно смотрит. Блин, так смешно. Я вот, знаете, вот, ну, обратил внимание, думаю, поделиться с вами. Смотрите, какие у нее глаза. Мотя, Мотя. Она даже не реагирует на имя. Мотя, Мотя, Мотя. Мотенька, покажи глазки свои. Вот, смотрите, смотрите, как она лупится. Вот, дети там. Мужчина с ребенком. Вот, смотрите, смотрите, смотрите на нее. И она боится вылазить. Вот, видите, окно открыто. Она, большая ее часть находится здесь. И она боится вылазить. Ну, в общем, она, видимо, высоты боится. Ну, у меня, короче, третий этаж получается. Вот, третий этаж. Смотрите, Мотя, 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 Мотя. Покажи глаз, глазцы свои, глазцы. Сейчас, сейчас. О, вот, смотрите, смотрите, какие лупы. Лупа Вега. Блин, ну это капец. Она любит воздухом подышать, но она очень боится высоты и боится улицы. Мотенька, что ты так переживаешь, честное слово? Ну ладно тебе. У нее такой очень-очень озабоченный вид, и внимательно она себя так ведет, и очень боится. Если ее легонечко начать подталкивать, ну вот, ну сюда ближе, вот ближе сюда, как бы, она начинает бояться и сразу же прячется вот так, видите, как? О, потихоньку высовывается, просто голову высовывает, и все. Сама полностью не вылазит, потому что очень боится. То ли высоты, то ли звуков, которые на улице, в общем... Я не знаю. Ну, такая вот интересная у нее реакция. Да, Мотя? Скажи пока, всем пока. Все, будем заканчивать видео, да?